Ролан-Гаррос 2015. Матч Сирены Вильямс против Виктории Азаренко. Конец второго сета. Мяч попадает в линию, но линейный судья кричит «аут». Как же он подпортил картину Виктории Азаренко. Ну, очень обидно, когда в такой решающий момент судья принимает решение переиграть розыгрыш. Да, вот он этот мяч попадает в линию, но судья кричит «аут». Ну, надеемся, что Виктории удастся подать первую подачу и отлично разыграть этот мяч. От этого розыгрыша зависит очень многое. Если Вике удастся его выиграть, то можно будет побороться еще за второй сет. Если нет, то второй сет выиграет Сирена Вильямс. Проходит первая подача. Отличный прием Сирены. Еще один удар. И второй сет остается за Сиреной Вильямс. Вот так. Этот матч выиграет Сирена Вильямс. После матча она скажет: «Я согласна с Викторией относительно повторов. Но у нас с Викторией нет никаких проблем. Мы отлично знаем друг друга и достаточно близки. И я рада, что у нас хорошие отношения. В нашем виде спорта это большая редкость. Мы отлично общаемся за пределами корта. Еще мне очень нравится наряд, в котором она здесь играла. После матча Азаренко подарила мне пару своих шортов, чтобы показать, что у нас все в порядке».